и обязательно сниму видео, что мы сделали за этот год. И мне кажется, вам понравится, потому что, казалось бы, работы не сделано никакой, а от вас порой приходят такие комментарии, и думаешь, правда, действительно, такая громада дел проделана. И сколько еще предстоит? На предыдущем видео мы с вами заканчивали установку маяков в прачечной и планировали переходить с вами уже в мою любимую котельную, но об этом чуть позже. Сейчас я должен допинать маяки, съездить к пчелам, и давайте об этом всем по порядку. Лучше, чем клей для кафеля, при установке маяков я еще не встречал. Пластичный, липкий, минимальная усадка, но дороговато. Поэтому иногда добавляю в него речной песок. Грунтовка, либо смачивание поверхности для лучшей адгезии материала – это обязательно. Делаем предварительные набросы по линии установки маяка. Это еще раз к слову про системный подход к работе. Для тех, кто делает это в первый раз, советую пересмотреть мои серии про отбивку плоскости для установки маяков. Этих серий на канале просто море, так как я уже штукатурю дом второй год. Но слава богам, работы по штукатурке осталось немного. Всего 3 комнаты. Выбросил вентиляцию! Так, что он куда улетел-то хоть? Поди компьютер забросал. Провод его установил, слава богу. Теперь устанавливаем маяки. Ну, по такому же принципу, как мы это, в принципе, уже... Принцип. Как мы это уже и делали. Когда я брал перфоратор, у меня был умысел, что я возьму коронку и буду им буриться в бетон. Мне сказали, что какая бы коронка ни была, дешевая, дорогая, без разницы, в любом случае ты убьешь перфоратор. А тем более у меня он простой, недорогой. И я подумал, что делать. Но пока у меня родилась такая мысль. В бильярдной, ладно, там надо красиво, там все розетки потайные, это я сделал. А в этих комнатах, технических, может быть, уже просто поставить внешние розетки. В принципе, ничего такого уж страшного-то и нет, их не так уж и много здесь. На улице жара дикая, а здесь прям, ну не передать словами. Здесь и в мороз тепло, и в жару холодно. Поэтому такой эффект пещеры. Если меня спросить, рад ли ты тому, что у тебя есть цокольный этаж, на сегодняшний день я скажу, что безумно. Наверное, мне повезло в жизни, что мне не пришлось переплатить кучу денег за этот цоколь. Потому что сколько я слышал историй, что там гидроизоляция мощнейшая, дренажные ливневые каналы и так далее. В нашем случае этого не пришлось делать. Ну, есть, конечно, гидроизоляция, есть ливневка, но она не такая прям, что нереально сложная. Я рад, что он есть, я рад. Вот таким образом, прикладывая это к саморезам, которые мы с вами уже вкрутили по уровню, просто фиксируем. Главное, чтобы саморезик шляпка его подходила прям к маячку и замазывает. Что бы я сказал себе, если бы можно было отправить письмо в прошлое, в 2013-2014 года? Денис, пожалуйста, выстави опалубку ровно, хорошо, аккуратно. А в 2015 я бы сказал, Денис, ты когда пеноблок будешь класть, ты укладывай его по шнурке ровненько, пожалуйста. Вот если вы только начинаете стройку, то вот это послание вам от меня из 2013 года. Остался последний маячок и начинаем штукатурить. Блин, нет, надо на пасеку еще съездить. А потом штукатурка. Осталось всего 3 комнаты! Супермен! Только 3 комнаты и все. Так, ну а теперь к пчелкам надо съездить. Кстати, 1000 лет я вам не показывал, что у нас произошло с баней за эту 1000 лет. За 1.5 года. Сейчас покажу. Мне там жена моется. Ну, ее я, конечно, не покажу, а что с баней покажу. Да. Я думал, ты еще не выходишь. Я уже не могу, там жарко. Я мылась опять холодной водой. Да? Да. И тебе не хватило горячей? Нет. Мне хватило горячей, я вообще не пользуюсь. Я сказал зрителям, что сейчас сниму, что произошло с баней за 1.5 года. Что с ней произошло плохого? Камней добавилось. А, да, только хорошие вещи. А плохие есть? Ну, только то, что вы расплавили лейку. Ну, это мы в апреле еще. Это все видели. Камни добавились. Да, в принципе, нигде не гниет, не ржавеет. Все работает в штатном режиме. Так, с легким паром. Все, давай, беги. Одевайся. Сегодня у нас, кстати, серьезная подмога, друзья. Так, и кого мы встречаем на нашем канале строительном? Тебе предоставляется слово первой открыть сегодняшний медоносный день. Давай, смотри, эту штуку вверх, а эту штуку вбок. И прибавляй громкость. Ну что, Элин, как тебе пасека сегодня? Прибавляй мощность. Нет, прибавляй. В другую сторону. Смотри, чтобы тебе маску не замотало, а то... Маску замотает в эту конструкцию.
На Алтае не говорят об этом, но погода дает мне сегодня расслабиться, потому что пчелы особо не летят на цветок, соответственно, напрыска в обед мы не увидим. И у меня есть время поработать сегодня не до 12 часов, а чуть позже. Меда стали нести больше, потому что цветок зацвел, основной цвет дает сейчас нектар. Я вам не буду сегодня досконально рассказывать о пасеке, потому что в предыдущей серии, вот по этой ссылочке, вы можете посмотреть, как качать мед, как мы это делаем. А сегодня я расскажу некоторые нюансы, которые не рассказывал в прошлый раз. Так, ну что, пчелки, давайте немножко поделимся, да? Оба! Сейчас я вам покажу рамки, которые ставлю под брикеты. То, что на той неделе мы ставили голенькое, сегодня прям натянуто уже хорошо. Но на следующей неделе, я думаю, они появятся в продаже уже на сайте. Потому что пока еще я хочу их дотянуть до вкусного. Вон он, брикетик, сейчас покажу. Сейчас этот магазин пройдем. Вот он, сейчас, смотрите, ребят. Я его пока просто покажу вам, но дождемся, пока его затянут прям хорошо, пчелка. Смотрите, как это выглядит, видите? А потом это будет ровный, классный брикет. Сухой красавчик. Вот видите, уже рамки все забеленные. То есть буквально пару дней их бы начали уже запечатывать. А, вот, кстати, уже запечатали. А, смотрите, пчела ищет, как бы ужалить. Все-таки погода сегодня не такая уж и летная для работы. Среднерусская пчела — это самая добрая пчела. В кавычках. Обожаю ее. Ну, я даже не знаю, друзья, что вам еще рассказать можно о меде в таких условиях. Вы, в принципе, все видите сами. А из ваших вопросов что было? Во-первых, гречка, не гречка. Почему мед темный? Объясняю. Есть монофлорная меда, это где содержится 1-2 цветка. А есть меда, где или меды, или меда, где цветка содержится 15-20 соцветий. Ну и, соответственно, конечно, чем больше соцветий, тем темнее цвет у меда. Это, ну, понятно, потому что нельзя сделать 15 соцветий, которые будут давать 1 тонн. Поэтому он и темный. По поводу вкусности сразу скажу. Если сейчас меня спросить, какой мед вкуснее, я скажу, да, светлый мед имеет определенные вкусовые такие преимущества. Но если вы спросите, какой мед полезнее, бесспорно отвечу — темный. Да все просто, потому что темный мед работает на большую часть рецепторов вашего организма. Дягель помогает для дыхательных путей, иван-чай, по-моему, для желудка, ну вот и так далее. Я уже точно все не помню. Есть заказчик, который прошел через инфаркт и сказал, что мед ему запрещен, но когда он пробует мой мед, ест, у него типа, ну, все нормально. Не знаю, может, это самовнушение какое-то, но мне приятно. Пчелки. Вот когда к ним с добром приходишь, такое, с настроением, с хорошим, и они тоже с хорошим настроением тебя встречают. Если настроение такое негативное, то и пчелка накидает, дай боже. Слушайте, ну вот этот небоскреб я обожаю больше всего. На нем 5 магазинов, и все 5 магазинов были медовые. Ну, это, конечно, беда. Сейчас все раскрывать придется. Вот он. Пчелы много, она не помещается в улье. Магазины забираю, она лезет. Так, ребята, прячьтесь. Сейчас я у вас немножко меда лишнего заберу. Ваш не тронул, который в корпусе. Чтоб они псих не пошли, я должен их немножко усмирять каждый раз. А то стряхнул, могут начать нервничать, психовать. Тогда мне не поздоровится. Вон видно, что творится у них возле литка. Там прям Хабаровск. Подскажите, ребята, у меня там кто-то в голову, да, вот здесь что-то пытается мне проникнуть. Видно, нет? О, злая пчела. Вот, видите, вот это злая пчела, вот которая так делала. Бз-бз-бз-бз. Вот это хорошая, это добрая пчела. Она чистит лапки, просто ползает тут. А вот которые, идите, все. А которые бдюкают, вот это злые пчелы. Вау, вот это конструкция. Вот откуда у меня берутся языки, друзья, вы спрашивали. Когда магазины по размерам не соответствуют, появляются вот такие вот проблемки. Сейчас время где-то около часа. Я пробежал всю пасеку. Небоскребы почти все. Осталось пройти те, которые мы поделили самыми последними. И там еще меда особо нет. Так что, ну, этот сезон мне понравился по небоскребам. Мы работаем только с ними в основном. Они дают очень хорошо меда. А те ребята просто к следующему году будут мощными семьями. Но они еще в августе дадут. А здесь прям медок. Ну, вы его видели уже в предыдущей серии. Еще раз напоминаю, она вот тут. Вот видите, кружочек с восклицательным знаком. Вот сюда заходите и смотрите. Там очень много классных видосов, которые вам должны понравиться. А если вам они понравились, ставьте лайк. Ну, а если не понравились, настроение плохое, в жизни все не удалось, поставьте 2 раза дизлайк. Пчелы говорят, это иногда даже помогает. Давай, прибавляй.
Ну как тебе быть пчеловодом? Да, классно. Сколько ты по времени крутишь? Там слышно чмоканье, и когда оно прекращается, вот ничего. Вы знаете, я хочу вам сказать, что боги сегодня на нашей стороне. Мы накачали меда столько, сколько я не ожидал, это первое. Второе, небольшая интрижка. Второе, вот сейчас мы докачиваем последние магазины, ну, их подставляем пчелкам для того, чтобы им было работа на неделю, и едем домой. И посмотрите, что творится. То, что нам обещал гидрометеоцентр. Вчера еще мне пришла смс-ка от МЧС, говорят, Денис, на пасеку не ехай или не езжай, потому что будут дожди, грозы, ветер до 22, и, в общем, будет печально. Причем эта смс-ка пришла мне, когда мы уже ехали на пасеку, и я был обеспокоен. Всю ночь шел дождь, это, опять же, сыграло нам в плюс, потому что пчелы со вчерашнего вечера уже активно сушили мед. Когда влага на улице, они занимаются сушкой меда. Ну, дуют крылышками, как я уже говорил, да, помните, вот эта история, почему пчела живет всего 35 дней, она... Это время активно машет крыльями, днем летает за медом, ночью она сушит мед. И поэтому она просто израбатывается, и на 35-й день она выходит из улья, пытается взлететь. И вот они все 35-дневные, видите? И вот она вот так приземляется и остается здесь ползать. А ночью она умирает от холода. Ну, примерно вот такая история, если коротко. И вот они сушили активно мед. Сегодня напрыска вообще не было. Сегодня был твердый, хороший мед. Кстати, небоскребами я реально начал называть улья только в этом году. Раньше никогда таких слов я не произносил. И, кстати, в этом году только дочь начала ездить с нами. Это очень крутое достижение. Вон, она красавица у меня работает, видите? Изучает повадки пчел. Молодец. А погода-то портится. Ветер. Вот все, что нам предупреждали, вот и началось. Так, ладно, сейчас умные мысли от моей дочери. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И предложите это видео своим друзьям. А то никто нас не увидит. Нам будет полезно, а вам это не будет стоить ровным счетом ничего. Поверьте, в моей практике такое первый раз, но так пожелал заказчик. На самом деле просто товар поедет на крайний север. И кроме Почты России, к сожалению, там больше ничего нет. Дяч. Чтобы посылка доехала в целости и сохранности, нам необходимо сделать вот так. Чтобы вы понимали, Почта России бывает даже дно банки пробивает. Заказчик пожелал отправить груз именно в таком виде. Приходится удовлетворять пожелания заказчика. А теперь я должен просто вот так прикрыть. Все круто. Так, ну мы продолжаем, осталось совсем немножко работы. Сейчас я стены оболью образгом, это все подсохнет, и мы начнем штукатурить. Для образга стены я тоже использую клей для керамогранита. Нет ничего проще. Просто именно его я использовал, когда обливал стены из пеноблока. Он просто отлично справляется со своей задачей. Всего лишь одного мешка мне должно хватить на целых две стены. Раствор должен быть жидкий. Я не совсем правильно высказался. Раствор должен быть один к одному. Добавлю немного песка, так как это нам совершенно не помешает. Три замеса забил, самое главное, там, где у меня очень большие будут слои. Все остальное уже по 2 сантиметра, можно будет чуть ли не в один раз идти. Срезал лишнее, подсыхай стена, а завтра я тебя буду докидывать. Как бы это ни звучало громко и пафосно, но я очень богатый человек, я богат своим зрителям. Потому что вы меня поддерживаете, вы даете мне сил, вы даете мне стремление двигаться дальше в сторону победы, в сторону успеха. У нас осталось какие-то там 3 комнаты, грязные, да, по-моему? Это мелочи. Мы с вами справимся вообще без проблем. В то же время я понимаю, что наступает какой-то день сурка. Очень часто вы стали видеть именно выпуски однотипные. Это штукатурка, это пасека. Но, друзья,
Я же снимаю вам сериал о своей жизни, а жизнь моя как раз и заключается сейчас в штукатурке и в пасеке, потому что сейчас как раз этот самый медосборный сезон. Но обещаю, что следующий ролик будет DIY-шка. Давайте я не буду кидать никаких спойлеров, чтобы завязалась небольшая интрига. Спасибо, что смотрите канал. В статистике я вижу, что вы делитесь моим видео. Это просто крайне приятно. Именно это показывает то, что видосы вам нравятся. Мне очень приятно делиться с вами этой информацией. До скорых встреч. До следующего выпуска. Пока. Пока.